Давайте теперь сделаем Бульгерии. Бульгерии. Давайте сделаем распаковку посылки, которая мне пришла. Это, помните, мои корсеты, которые я, кстати, ношу. Самое главное в этих корсетах — это регулярность их надевания. Если вы просто купили корсет и поставили его на полочку, положили, ну, естественно, никакого результата не будет. Самое главное — регулярно его надевать. Что я, собственно, и делаю. Это у меня была раньше щетка для сухого массажа. Я думаю, что вы все слышали о таких щетках. Ну, и в однажды я перетрудилась так, что сломала ручку ей. Очень хотела избавиться от целлюлита, но, видимо, не тогда это должно было случиться. В общем, заказала я себе новое обертывание. Я, кстати, делаю. У меня было холодное обертывание, у меня был крем, всякие эти штуки. Не знаю. Я по себе, вот, например, знаете как, не могу оценивать, ушло у меня или не ушло. Муж у меня говорит, ты так идеальная, понимаете? Вам я то место, которое я мажу, показывать не буду на всеобщее обозрение, чтобы вы как бы оценили, есть там чего или нет. В общем, верьте мне на слово, я верю в то, что это эффективно, и все равно продолжаю заказывать всякие обертывания и вот эти вот всякие щетки. Итак, пришла мне щеточка, сейчас я вам покажу, и пришли мне обертывания, которые, скрабы, обертывания, которые помогают в борьбе в нашем нелегком женском деле, друзья мои. Горячие обертывания, знаете, да, как на сухую чистую кожу надо, с жирненьким таким слоем, чтобы наверняка там что-нибудь впиталось, обернулись пленкой. Многие говорят, что пленка не помогает. Пленка сама по себе не помогает. Но когда вы пленку наносите именно на обертывание, естественно, у вас на вашу чистую кожу это помогает быстрее, там, эффективнее всосаться там, и, в общем, под этим горячим воздействием топить ваши жиры, мои жиры. Пахнет чудесно, сразу понятно, что там есть ментол и еще что-то. Прямо в нос ударило. Надо попробовать. Вот она. Вот я всегда думала, когда мы были в этой, в Карелии зимой, я думаю, почему я не взяла горячее обертывание с собой. Представляете, я бы взяла такая, намазалась зимой. Поехали мы на рыбалку, минус 30. У меня бы все горело. Я бы точно не замерзла, потому что вот эта штукенция горит так, что мама не горюй. Так, есть. Хотела прочитать, но я вам уже сказала, что это скраб. Вот как раз скраб для тела, перед тем, как вообще это обертывание делать. Давайте откроем, понюхаем, чтобы ничего не рассыпалось. Кокосовый. Сам кокос сам по себе, как в виде еды, я не очень. А кокос в виде скрабов для тела или масок для волос я очень-очень даже люблю. И здесь есть вот эта вот закрывалка. Сейчас я пойду в ванной сполосну. Он был не, ну, был не, про, не закрыт, не поняли, да? Вот так. И попало немного скраба. Я пальцем уберу и закрою. Так, разобрались. Ну и теперь самое интересное. Щетка. Чудо-щетка для того самого места. О, примерно такая у меня была, только поменьше. Ну и сухой массаж делаем. Конечно, она вас будет шкрябать. Вам будет непривычно, мне будет непривычно. Но эффект будет. Хотя бы почесать даже. Оп, спинку почесал тоже. Ну да, да, я так делала. Не знаю, может быть, кто-то так не делает, но я так делала. В общем, кайф, друзья мои. У меня теперь щетка. Ссылка на магазин та же самая, где я и покупала эти корсеты. Все там. Все там, друзья мои. Красота. Ой, приятно чешет как. Все, оставляю вам ссылочку. Пошла, почешусь. Кайф. Нереально кайф. Ну, это надо все, да? Все свои ноги. Вот вы видите? А вообще-то говорят, что женщина без целлюлита, как квартира без мебели. Так что у меня все в порядке. Все, целую.